Всем привет! Новости АвтоВАЗа. У Лада 4х4 пока не будет нового руля и фронтальной подушки. Из-за нехватки средств АвтоВАЗ не стал сразу устанавливать новый руль с подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки. Планировалось, что новое рулевое колесо появится позже, в январе этого года. Сначала хотели устанавливать рули японской фирмы Takata Rus, которая производила рули с подушкой безопасности на Lada 4x4 Urban старого образца, но японскую фирму, которая находилась в Ульяновске, перекупили китайцы, и АвтоВАЗ разорвал с ней контракт. Сейчас Lada 4x4 поставляется со старым рулем, а планировали полностью заменить руль под рулевые переключатели и рулевую колонку. В итоге, когда появится новый руль с подушкой безопасности, неизвестно. АвтоВАЗ запустил в производство Lada X-Ray Cross Instinct. Отличить такой автомобиль можно по черной крыше, черным зеркалам и черным дискам колес с алмазной шлифовкой. В интерьере спецобивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца и бейдж с названием серии. В салоне располагается 8-дюймовый сенсорный экран, также есть камера заднего вида. Впервые на автомобиле АвтоВАЗа серийно будут устанавливать мультимедийную систему Яндекс.Авто. Яндекс.Авто подключает автомобиль к интернету и предлагает популярные сервисы Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыку, Яндекс.Заправки и Яндекс.Браузер. При покупке автомобиля X-Ray Cross Instinct АвтоВАЗ дает приятный бонус – полгода бесплатного интернета и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс. Lada Vesta – первое фото обновленного салона. Сиденья комплектации Lux, Lux Multimedia и Lux Prestige теперь имеют новую комбинированную обивку из ткани и эко-кожи. Фотографии обновленного интерьера оказались в распоряжении российской газеты. При заказе автомобиля в указанных версиях можно выбрать цвет отделки сидений – темно-синий или коричневый. Цены на авто с комбинированной отделкой сидений стартуют с отметки 759 900 рублей за версию Lux с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач. Более простые комплектации Vesta, Classic и Comfort остались с тканевой отделкой салона. Руководство АвтоВАЗа рассматривает возможность пересмотра прайс-листов на выпускаемые автомобили. Эта необходимость вызвана падением цен на нефть, что повлекло за собой существенное снижение курса рубля. В результате ожидается увеличение расходов на комплектующие, в составе которых есть детали иностранного производства. Дороже должна стать и сталь, из которой делаются автомобили. Lada Largus FL получит фары с линзами. Обновленные Ларгусы оснастят передней панелью от Дастера, центральным тоннелем, приборкой, креслами, рулем и мультимедийной системой от Lada X-Ray Cross, новыми дверными картами, центральным блоком стеклоподъемников. Список опций пополнится подогревом лобового стекла, датчиками света и дождя. Начальные версии рестайлинговых универсалов и фургоны получат новую переднюю оптику от актуального Логана, а топ-версии после обновления получат линзованные фары головного света от Datsun Mido. Всем пока!